Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. А кто победит, вы узнаете из трансляции на EATV. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Работать сегодня для вас будет пара комментаторов, Константин Генич и Георгий Черданц. Это полуфинал Кубка, в котором играют сборная Португалии, сыграет против сборной Франции. Наконец-то наступил день этого матча. Полуфинал Кубка. Всего один матч, чтобы попасть в финал турнира. Самая важная и напряженная встреча. Нужно верить в свои силы. Все зависит только от тех, кто выйдет на поле. Классный отбор. Молодец. Вашему вниманию стартовый состав сборной Португалии. В защите Рубен Диас играет с Пепе в центре защиты. Бруно Фернандеш играет с Полиньей в центре полузащиты. Нападение сыграет Криштиану Роналду. Вашему вниманию стартовый состав сборной Франции. В воротах Мьянан. Мбаппе начнет с Усманом Дембеле на флангах полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Оливье Жиру. Ну что, ждем сегодня какой-то особенной игры в исполнении Роналду, а, Константин? Ну, удар-то у него сумасшедший. Может так выстрелить, что ни один вратарь не справится. Посмотрим. Орельен Чуамини. Адриан Рабьо. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Бернардо. Оттавио. Снова на Силву. Он может вывести свою команду вперед. Мбаппе. Адриан Рабьо. Даю Упамекану. Адриан Рабьо. Тео Эрнандес с мячом. Антуан Гризман. Дембеле. Вбрасывание будет. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Антуан Гризман. Грузит он мяч в штрафную, там Мбаппе. Надо попробовать что-то другое. Португалия теряет мяч. Сборная Франции с мячом, она идет вперед. Уверенная игра в своей штрафной. И опять сборная Португалии теряет мяч. Адриан Рабьо. Мбаппе. Мяч у Чуамини. Какой опасный был момент! Дембеле. Отбор, все чисто. Оттавио. Полини с мячом. Фол на игроке сборной Португалии. И это не останется без наказания. Судья назначает штрафной. Жуан Канселло. Хороший момент для гола. Гол! И счет в полуфинале открыт.
всю свою силу, похоже, он в этот удар вложил, очень мощно по мячу зарядил и отправил его точненько в ворота. У голкипера не было никаких шансов, не берущийся удар. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. К основному времени добавлена одна минута, не густо. Ну и все, судья дает свисток. Далеко не уходите, уже скоро мы продолжим. Второй тайм начался, игра продолжается. После первой половины впереди сборная Португалии. Они ведут с минимальной разницей в счете. Мяч Роналду теряет. Адриан Рабьо. За такую грубую игру можно и желтую получить. Рискованно играет португалец и сейчас может карточку за это получить. Да, арбитр верно разобрался в этом моменте и показывает предупреждение. Орельен Чуамини. Орельен Чуамини. Килиан Мбаппе. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защитника. Далот. Бернардо. Ищет возможность для удара, судя по всему. Бернардо Сильва. И со второй попытки голкипер спасает свою команду. Не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Замена двойная, но в разных командах. Мяч за боковую уходит. Бернардо. Жоао Канцело. И открывается партнер под атаку. Хорошо мяч укрывает он. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Ситуация близка к провалу. Мбаппе. Коман. Ибраима Конате. Адриан Рабьо. Основное время истекает через 20 минут. Кингсли Коман. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. Он хорошо держит мяч, а отнять его пока не получается. Криштиану Роналду. Ляо. Рубен Невиш. Нужно бить! И есть гол! Еще один мяч они в сетку отправляют. И это серьезная заявка на выход в финал.
повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. И какой заряженный удар. Голкипер даже дернуться не успевает. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Даю Упамекано. Килиан Мбаппе. Без проблем проходит соперника. Усман Дембеле в штрафной. И забивают они. И есть еще время. Можно попытаться свести матч к ничейному результату. Отличный навес у него получился. Еще раз на повторе давайте посмотрим. В завершении все тоже было четко. У вратаря не было шансов. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. До конца игры 7 минут. Фернандеш. Забрали себе мяч и катают его не спеша. Победители сегодня известны, но могло быть и повеселее в концовке. Далот. Бернардо. Роналду вновь с мячом. Хорошо бьет. Это было опасно, но игрок встал на пути мяча. Упамекано. Кингсли Коман. Компенсированное время 2 минуты. Это не так много, но кое-что можно успеть. Мяч у сборной Франции. Она переходит в свою последнюю атаку. Штрафной в пользу сборной Португалии. Свежие силы выпускает на поле тренер. Все, судья дает финальный свисток, и он тонет в радости болельщиков. Хозяева вышли в финал. В очередной раз мы увидели, что полуфинал – это самая напряженная стадия плей-офф. Нервный матч для обеих команд, где каждый игрок понимает значимость ошибки. Борьба с первых секунд и падение на поле без сил после финального свистка. Победители заслужили право сыграть в финале, как никто другой. Они отдали все силы на поле и сделают это вновь уже очень скоро.